Развитие клиентских центров – одно из главных направлений работы «Газпром Межрегионгаза». В Ульяновске такой единый центр предоставления услуг открылся 3 года назад по адресу Кузнецова, 5А. Его работу в ходе визита в Ульяновскую область проинспектировал заместитель генерального директора «Газпром Межрегионгаз» Александр Заварзин. Презентацию центра провел генеральный директор «Газпром Газораспределение Ульяновск» и «Газпром Межрегионгаз Ульяновск» Владимир Камеко. Нормально 3 касания делает заявитель, абонент. Вот. Первое – это первичное посещение. А второй раз, если у него не хватает каких-то документов, он их может закрепить, ну, скажем так, в режиме онлайн отправить нам, либо принести сюда. И третье, скажем так, его посещение – это заключение договора на техническое обслуживание, где он должен свою подпись поставить живую, заключение договора на поставку газа, ну и, соответственно, инструктаж, первичный инструктаж, который мы обязаны провести перед первичным пуском газа. В зале обслуживания единого клиентского центра установлена система электронной очереди. Одновременно работает 5 окон для приема клиентов, что очень удобно. Процесс оформления заявки на догазификацию, то есть когда строительство газопроводов до границ земельных участков частных домовладений идет на бесплатной основе, лично на себе проверил заместитель генерального директора Александр Заварзин. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. В центре можно получить весь спектр услуг, а сотрудники окажут любую необходимую помощь. Здесь физические и юридические лица могут также заказать проведение изыскательных работ, разработку проектной документации, оформить договор на присоединение к газораспределительной сети, а также на техническое обслуживание газового оборудования. Особое внимание уделяется первичному звену этой работы – приему заявок от потенциальных потребителей на догазификацию. Для этого в электронной очереди даже есть отдельная кнопка. Более того, подать заявку на догазификацию можно и не в офисе, а из дома через портал единого оператора газификации connectgaz.ru или с сайтов «Газпром Газораспределение Ульяновск» и «Газпром Межрегионгаз Ульяновск». Ирина Антонова, Данил Сурков, Улправда ТВ.